Мухтаров, внук участника Парада Победы Василия Сергеевича Бунанова. Перед трибунами проходят отличницы, умницы и красавицы Московского пансиона государственных воспитанниц. Знамя корпуса несет отличница учебы Кристина Дулатова. На марше воспитанники кадетского корпуса памяти героев Сталинградской битвы. 65-ю годовщину Великой Победы корпус отметил делом. Силами педагогов и родителей на территории корпуса была установлена памятная стела солдату Великой Отечественной войны. На Красной площади воспитанники 1-го Московского кадетского корпуса, награжденного орденом Александра Невского 1-й степени и дипломом «Национальное достояние России». Знамя корпуса несет вице-сержант Алексей Ребров. Перед трибунами воспитанники ордена Петра Великого Преображенского кадетского корпуса. Среди кадетов корпуса победители всероссийского конкурса по робототехнике. Четверть выпускников 2010 года стали слушателями Академии ФСБ. Чеканят шаг юные музыканты Московского кадетского музыкального корпуса. Искусством которых восхищались посетители Экспо 2010 в Шанхае. Идут воспитанники Московского морского корпуса героев Севастополя. Корпус отмечен кубком «Бегущие по волнам» правительства Российской Федерации. В строю будущие защитники.